Привет, я Ваня, и хочу сегодня нарисовать для тебя ежика из мультика «Смешарики». Рисуй со мной, это будет просто. Я начну рисовать маркером, ты можешь рисовать карандашом, а смешарика. Он кругленький, и мы здесь начнем, поставим точечку, и вот так нарисуем вот такой круг, не очень большой. Вот такой круг ведем, 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 и сюда возвращаем. И получается, что этот круг очень похож на вишенку или на черешенку, такую вот ягодку. Здесь нарисуем два сразу ушка нашему ежику. Два ушка. Здорово, да? Теперь нарисуем ему, что у нас у ежика обычно есть, иголочки. Вот с иголочками, конечно, нужно там постараться, чтобы у тебя они сразу получились. Мы здесь поставим точечки, для того, чтобы тебе было легче сразу нарисовать иголочки. Отсюда начнем. До одной точечки. Сюда. До второй точечки. Сюда. До третьей точечки. Сюда. До четвертой точечки. Сюда. Теперь ведем к пятой точечке и возвращаемся к ежику. И вот получается такой ежик. Просто. Да, просто. Если не получилось, чуть-чуть криво, не переживай. Теперь нарисуем ножки. Мы вот такие ножки рисуем. Одну ножку и вторую ножку. И они похожи на такие вот валенки. Такие валенки у него. Здесь две ручки. Они похожи на такие вот орешки. Орешки или бобы. Бобы. И, конечно же, очки. Теперь будем рисовать ему мордочку и все очки, которые мы хотели тут нарисовать. Одни очки, вторые очки. Сначала нарисуем два круга рядышком. Один круг, второй круг. Теперь эти круги обведем вот так вот. Раз. Здесь кружок. А здесь два до этого кружка. И получаются очки. А здесь дужки. Сюда идет. Здесь у него бровки, глазки, рисуем черные зрачки и небольшой совсем ротик, потому что наш ежик очень скромный, и это действительно так и есть. Очень он здоровский, и он мне очень нравится, он очень такой классный парень, друг лосяша, кажется, и всех остальных смешариков. Теперь раскрашиваем. Раскрашиваем масляной пастелью, и я раскрашиваю вот таким цветом. Он похож, можно сказать, на красный, но он такой вот розово-малино-красный, что-то среднее, такой вот ежик. Он вроде бы не фиолетовый, потому что фиолетовый у него именно его... Он малиновый ежик, наверное. И я взял такой малиновый цвет и раскрашиваем ровным слоем ежика малиновым цветом. Ушки ему закрашиваем, лобик закрашиваем, ножки и ручки. Ручки и ножки. Если ты не успеваешь, то обязательно ставь на паузу и продолжай после того, как меня догонишь. Хорошо получилось. Теперь я знаю, у него носик красный. Сразу нарисуем красный носик, красный ротик. Теперь возьмем фиолетовый мелок и закрасим ему уже его колючки. С самого начала ежик, я помню, появился. С самого начала. И он был такой самый забавный. Он дружил с Крошем. Всегда ходил к нему в гости. Больше всего мне нравится у ежика домик. Он очень прикольный. Он такой, который должен быть у ежика. И мне даже хочется иногда построить себе такой домик, хотя бы слепить его из пластилина и радоваться, иметь такой домик, приходить в гости, пить чай. Ага. И я забыл, смотри, здесь нарисовать немножко. Хо-хо-хо. Получается здорово. Также можно добавить немножечко этого фиолетового самого ежика. Чуть-чуть подкрасить не всегда не мешает. И если у тебя есть черненький, то подведи его немножко. Вот сами иголки подведи, чтобы он был такой четкий. Потому что мы рисуем как в мультике, такой яркий рисунок получается. С помощью масляной пастели прям у нас все здорово получается. Ротик, носик, все ввели. И как всегда в конце мы нарисуем немножечко травы. Если ты очень любишь и хорошо знаешь ежика, то нарисуй ему кактус. Я знаю, что кактусы он очень любит и всех собирает. Вот такой у нас рисунок сегодня получился. Я за 5 минут его для тебя нарисовал. Я очень рад, что ты рисуешь со мной. Если ты нарисовал других героев,
из смешариков, то обязательно покажи мне. Мне очень нравится смотреть, как ты рисуешь. Если ты поделишься в Инстаграм, то я тебе скажу большое спасибо и поставлю лайк. А на сегодня я заканчиваю. До новых встреч. Пока-пока.